вот оно какое наше лето. Лето яркой зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Здравствуйте, ребята, я представляю управление ГИБДД. Значит, сегодня мы расскажем вам, для чего нужны ремни безопасности. Посмотрим маленький мультфильмик. А вдруг автобус мимо проедет? Краш! Это был не наш автобус. Ждать автобус или троллейбус, или трамвай надо на остановке. И не выпрыгивать при этом на проезжую часть или рельсы. О, а вот это наш! Ёжик, твоя гитара! Верно. Когда вы ждете автобус, ждете его на остановке, выбегать на проезжую часть ни в коем случае нельзя. Давай. А я думаю, если автобус тебе проехал, надо ждать другой, а не гнаться за ним. Все верно. Если ваш автобус вы не успели на ваш автобус, вам ни в коем случае нельзя гнаться за ним, потому что, автобусы довольно часто ходят. Вот, так что просто спокойно ждете на остановке следующий автобус. Ну, кто еще что-то с ролика запомнил? Ответит, если у нас одностороннее движение и машина припарковалась слева, где мы выходим? Слева. Да, слева, все верно. Там, где тротуар. Детям до 12 лет запрещается ездить на переднем сиденье. Все верно. До 12 лет должны перевозиться на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Нельзя отвлекать водителя разговором во время движения. И что же нам теперь делать? Ждать следующего автобуса.